Так, вы на канале Asma Gameplay, мы СУ-100М1 проверяем. Вот он, но он за бугром. Этот тип не покажется до конца, будет за бугром. Уничтожим. Так, ну сейчас-то я думаю уже можно ехать, поехать. Ехать и нарываться. Так. Где-то там еще потеха. Давай, малыш, подожди. Ты его только. Пусть он только рыльце свое покажет. Так. Есть. Не я собрал. Плохо. Эх, а так все хорошо начиналось. Ничего страшного. Будем давить врага, эту гниду фашистскую. На нашей советской ПТ. Вот это, кстати, а ты, блин, вот этот толстолобик, я не знаю, что, кто тебя выдумал. Англичане, по-моему, если не ошибаюсь. А ты 8. Целехонько. Вот. Вся надежда на ЛТ, что раскатает его там. В обиход возьмет его там, в оборот. Скач. Один там цвеч. А, захват базы там уже происходит. Поэтому у него шансов-то не очень. Либо в атаку. Либо сидеть. Но все равно и так против такой масс проиграет. Я соберу, я должен собрать. На. Красиво. Ты вошла в мою грешную жизнь. Красиво. Ты ушла из нее. И вот где-то на островке ты летаешь. Эх, не успел, ну ладно. Троих собрал, очень даже хороший показатель. Просто превосходно. Жнец. И на беде игрец. Так, нам же надо увеличить. Ну вот. И на. Добавили. Вот так вот. Так, точно. Посмотрим, что у нас к исследованию. Ну, немного осталось. Внешний вид. Где мои декали? Вот они. Сзади есть? Есть. Вот так вот. Ну и все, будешь на зимней карте у меня, значит, с такой декалью бегать. Итак, декалю. Запускаем тигр. Такое убожество, господи. Неудивительно, что немцы проиграли. Точный, да? Дырявый. Очень даже как решето нахрен. Хоть с консервным ножом беги на него.
как кошмар. Вызывает одно сочувствие. Под Новый год все приоделись в камуфляж. До этого мало кто пользовался. Сейчас что-то все пестрые, все разноцветные. Ладно. Будем езжать. Занимать позицию. Толку здесь, правда, от меня нету. Но воевать надо. Своим пузом хоть какую-то дырку заткнем. Кстати, кто помощнее выехал бы вот посюда сразу напрямки до упора. Вот он, вот он, вот он. Высунулся уже. Да. Не расстраивайся. Да не расстраивайся. Да как так-то, блин? Вот тварь-то везучая какая. Меням собачек. На. Вау, я забрал его. Как это было подло с моей стороны. Так скажем. Объедками-то. Тихо-тихо-тихо. Жопу свою убираем. Убираем жопу. Успе. Это кто меня там? Блин. А вот кто на базе-то остался? Вот че вот они стоят? Сиськи мнут. Вот так вот и стоим. Трое в бой. Все остальные ждут на базе. Чего ждут? Непонятно. Зачем в игру заходили? Неизвестно. Куча идиотов. О, знаю. Есть у меня один слонопотам на примете. Которого можно зарядить. Ну-ка, ты готов? Чё у тебя там? Ну, у тебя еще долго, блин. Что ты мне покажешь? Так, скорострельность, скорострельность. Еще меньше, блин, скорострельность. Господи. Вот этим тупо дыры затыкать. Какие-нибудь мелкую брешь нашел, заткнул, все. Между домами никто не проедет. Запариться толкать этот труп. Ну, сейчас на мост точно не поеду, я там. Что я там видел? Меня там разберут на раз-два. Теха есть, вот сушка, свечу, перекатку, свети, гвардеец, не, я в город, с моим пузом, на мосту делать нечего. Еще весь в табаках, облепан, чтобы предотвращали бы какой-нибудь разрыв снаряда на моей броне. Так. Япошка.
Толстопуз. Вперед, Толстопуз. Вперед, Толстопуз. Так. Железку-то никто не прикрывает. Там двое гвардейцев пошел, да, тигр отвоевался. Да? Позорище. Тигруля, тигруля. Ничего, сейчас доберемся. Карты-то нет. Так что можем себя и обозначить. Проедем. Видели. Чтобы никто не спрятался. А вот и переходик. Вот в такой переходик встал, и все. Мы же не помирать собираемся, чтобы вот, вот такой пессимистичный путь не заканчивать. Не, мы будем еще выигрывать. Так что милости прошу. Да, покажи свое рыльце. У меня прикрытие будет? Ой, они мост разваливают. Ой-ой-ой. А, не попал. Какая высота? 6, 5, 4. 3, 2, 1. Он сейчас мне в бочину залетит. Ой-ой-ой-ой. Да я бы с удовольствием. Не судьба. Блин. Плохо, что нету арты-то. Хотя бы одна была бы на прикрытии. Может, был бы и другой результат. Эти тоже выехали в город, прям в центр. За каким? На чего надеялись? Чудо не будет. Что мне там принес? Тигруля. Давай, покажись, позорище. Ну... Французы. Ну давай, французы залепим. Может оправдать себя. Немецкая арта очень хорошая. Что-то у француза только ПТ-хи хорошие. Фоч. Остальное не очень. Ну, я сейчас направо пойду, там присяду, посмотрим, смогу ли я помочь нашим тяжам, если они, конечно, не затупят. Вот они маленько не так пошли, надо было сразу наискосок идти, и тогда был бы у них шанс, по крайней мере, если бы вдвое кто-нибудь пошли, у них был бы очень большой шанс, что они успеют. О, кстати, ну-ка, если с горки взять, так.
Давай, еще немного. Поехал, он куда-то едет. Эта махина движется. Ну где ты? Блин. Здесь ты не покажешься. Ис. Вот он ты. Где-то тут. Попал. На. Так, надо разбег взять. Есть у меня одна идея. Вот подтолкнул бы меня кто-нибудь, вообще бы было бы здорово. А так все самому. Ну, хотя да. На кого мне еще тут надеяться? Пробуем. Одна попытка у нас. Потому что больше нету, надо воевать. Вот и все. Попробовали, не получилось. Вот и славненько. Да, чтоб подтолкнул кто-нибудь. А то вот когда во взводе играешь, как тут можно подсказать, чтоб тебя подтолкнули. Япошка не выдержал давления и совершил секунду. Так. Не попадаю. Дальше там никак. Так вот. На. Прямо в лоб. Ну, чтобы не катался лишний раз. Так. Что у нас здесь? Ой-ой-ой-ой. Тут у нас все серьезно. Дальше взять. Блин. Вот теперь я взять подальше. Сейчас посмотрим. На. Ну, это огрызка. Давай, 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 давай. Где-то здесь. Где-то здесь. Какая досада. Чего ж так не повезло-то? Ой, 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 ой. На открытую местность. Давай. Ну что ты вылез-то? Вот. Ну ладно.
Извини, помог чем смог пока. Сейчас перезаряжусь. На, попал. Ага. Пока только оглушил. Ну ладно, помощь оказал. Непосильную. Так, последний раз его где-то здесь вот видели. Будем смотреть. Вах. Неплохо, неплохо. Ну ладно, на пока все. ПТ прокатали, арту прокатали. Потом посмотрим. А, взглянуть, кстати, что мы поимели с этой арты. Господи, ну немец-то, ой, подвел, тигруля, ну что ж ты так, тьфу. Ну ладно. Ну, плакат с легендой. Неплохо. Ладно. Подписываемся на канал, ставим лайки. Пока.